Значит, мы дорогу начали около месяца назад, но чуть задержка была в силу того, что были дожди ливневые, и нам это помешало. Ну, минимум неделя-полторы у нас ушло на вот это все дело. То есть, пока мы сняли слой, вывезли определенный слой щебня лишний, укатали катком все это дело, засыпали щебнем, щебень укатали, песочек укатали, бордюры тоже очень много времени заняли. Но сейчас вот уже мы уже брусчатки практически 50%, можно сказать, грубо 50% брусчатки у нас готовы уже. Как бы если все нормально пройдет, максимум 2 недели, это максимум. Даже может быть неделя, и дорога будет готова. Мы с примаром договорились зубья делать с бордюров. Они будут и как укрепление плитки самой, чтобы не смывало. И плюс еще мы ее поднимаем чуть выше. Это будет служить как лежачий полицейский, чтобы здесь всякие лихачи не ездили, и не дай бог ребенок выйдет и что-нибудь случится. И вот через 50 метров мы ставим бордюры, как лежачий полицейский. Дорога покажет себя после дождей, после зимы. Но сейчас как таково красиво. Вроде говорят, что весь Камрад, даже больше уклона, но выдерживает. Пока и повреждения по дороге по отношению к этому, здесь уклон пониже. Думаю, что оправдает себя дорога. Рабочие работают на совесть, трамбуют. Я сам дорожником работал в Москве 8 лет. Знаю, что это. Как делается дорога. Все на совесть. Ребята работают и с опытом, видно, имеют опыт. Хороший опыт. Ну, та дорога, предыдущая, которая была, не оправдала себя. Испортилось. Но это уже повторно, уже, значит, и примария активно участвует и обещает вот эти дороги, которые мы уже внизу, как уклон у нас, и обещает еще в дальнейшем соседние дороги тоже делать. Ну, вот, примария вот это благодарность. Во-первых, мы очень рады, что дорогу делают, потому что очень плохая дорога была и с коляской, и совсем тяжело, особенно когда дожди, дорогу размывает сильно. Даже в сухую погоду очень тяжело, потому что ямы, камни, а не то, что еще в дождь или когда снег, эти ямы заметают, даже не видно, и идешь, и в яму наступаешь вместе с коляской, очень тяжело было. Сейчас мы рады, что дорогу делают, и будет легко уже. Мы благодарим примарию за то, что участвует в этом, и нам очень приятно, и мы рады, что дорогу делают. Спасибо большое.